Скажите, сколько сегодня стоит легковой автомобиль «Атлас» в долларах? Кто-нибудь мне может сказать, что вы ко мне пришли? Вы не знаете цены на единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос? И у нас, и в России. 27-28. В 25 не влазим. 27. Не влазите. Так вот, было 27. А сколько сейчас, вы уточните, и потом публично журналистам скажете. Да у вас цены в два раза выросли. Вы в правительстве это знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас расскажете, и логистика, и деньги не так, и это не так. Ну, слушайте, ну не в два же раза.